Талантливые, юные, задорные – так расшифровывается название танцевальной студии «ТЮЗ» из образовательно-досугового центра «Октябрь». В минувшее воскресенье, 14 апреля, состоялся отчетный концерт коллектива. Тюзовцы из младшей, средней и старшей групп представили публике номера, созданные в этом сезоне. Танец – не просто набор элементов, история для каждого возраста своя. Такая, чтобы дети смогли понять, о чем танцуют, и передать это зрителю. Или пошли девочки в лес по ягодке, да, неважно, встретили там мухоморчики, а вы нам не нужны. Мы пришли за клубничками, да, и за земляничками. Вот, либо это вот девичья печальная, да, которая не оставляет равнодушным никого. Изболелась я, воротись, моя надежда, зернышко мое. Зорюшка моя, если выплаканы глазоньки, сердцем плачь по матери. Я любила всей душой, а он с одной катушки ушел. Это очень чувственный танец, его надо прочувствовать, чтобы станцевать. И чтобы понять историю, тоже. Да, вот именно где вещи печальные, хореограф, который ставил нам этот номер, рассказывал нам про войну, про девушек, которые были тогда. Ждали своих солдат. Танец настроения – еще одно направление, и это тоже про эмоции и чувства. Именно такой номер под музыку из фильма «Вам и не снилось» есть теперь в репертуаре студии «ТЮЗ». Это танец юность, свежесть, это первая влюбленность, это весна, да, это какие-то девичьи вот эти мечты. Прежде чем начать этот номер, да, я говорю, пожалуйста, мы сначала смотрим этот фильм. И вы знаете, они пришли после просмотра на репетицию совсем с другие. Для хореографа Елены Модиной «ТЮЗ» – это погружение 24/7. Когда закрывается дверь репетиционного зала, мысли все равно заняты подбором музыки, костюмов, конкурсов. Идея танца сначала рождается в голове, потом обрастает пластикой и эмоциями. Две выпускницы студии «ТЮЗ» планируют в этом году поступать в губернский колледж искусств, а Елена набирает малышей-пятилеток. Заявки можно подавать в мае, количество мест ограничено, но если желание танцевать безгранично, ничто не сможет остановить. Спасибо вам за ваших детей! Спасибо всем мамочкам, бабушкам, дедушкам! Мы вас очень-очень любим! Оксана Мирошникова, Сергей Власов, ТВР-24.